Челябинске открывают 9000-й магазин одной из крупнейших федеральных сетей. Новый супермаркет «Пятерочка» появился в Тракторозаводском районе Челябинска. На открытие, которое проходит утром в будний день, собрались десятки покупателей. Почему люди предпочли опоздать на работу, но не пропустить торжественную часть? Хлопушки и десятки зрителей. Даже не верится, что весь этот праздник происходит утром в будний день. Так покупатели отмечают открытие нового магазина «Пятерочка» и уже 9000-го для X5 Retail Group. Ольга Мелехина набрала целую корзину продуктов. Признается, по старой привычке. Раньше возле дома не было магазина с таким большим выбором. Приходилось ездить в соседний микрорайон, закупаться впрок. Конечно, тут все чисто, все хорошо разложено. Все, в общем, ну, все радует глаз. Живу вот в этом доме рядом 24 года. И вот, наконец-то, первый раз открыли магазин. Мы очень рады. X5 Retail Group открыла свой 9000-й магазин в России. Отмечать события такого масштаба решили сразу в 9 городах, в том числе и в Челябинске. У нас темпы роста впечатляющие. Мы растем по 6 магазинов ежедневно. То есть ежедневно мы открываем около 6 магазинов. Благодаря быстрым темпам развития «Пятерочки» около 4000 южноуральцев получили новые рабочие места. Все эти люди теперь трудятся на почти 300 объектов федеральной сети, которые находятся на территории нашего региона. «Пятерочка» на руку и местным производителям. Товары, произведенные в Челябинской области, занимают почти треть всех полок в сетевых магазинах. Это достаточно большой сегмент. Более 1700 наименований наши покупатели могут купить именно от местных товаропроизводителей. По прошлому году объем продаж именно продукции челябинских, южноуральских производителей составил 5,5 миллиардов рублей. Я думаю, что по 2016 году этот объем будет еще больше. В новом магазине в качестве обслуживающего персонала трудятся руководители федеральной сети «Пятерочка». Выкладывают товар, консультируют покупателей. Такие трудовые десанты устраивают по пятницам, чтобы руководство могло лично оценить уровень сервиса и качество продуктов. С одной стороны, мы помогаем магазинам, и магазины действительно радуются, что у них есть дополнительные рабочие руки. А с другой стороны, мы понимаем, как те наши технологии, которые мы придумали в офисе, они действительно работают на практике. И это такая двойная польза. Помимо Челябинска, в этот день сеть «Пятерочка» открыла магазины еще в 8 городах России. X5 Retail Group даже в непростых экономических условиях бьет рекорды по темпам развития. Впрочем, и 9000 магазинов сети далеко не предел, что в первую очередь радует местных производителей, для которых это новые площади и новые рынки сбыта.